В июне текущего года в нашем городе по инициативе компании «Геликон» при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города проводился конкурс детского рисунка на тему 70-летия Великой Победы. Работы участников оценивались по 5 возрастным группам. Работы участников размещались на сайте и в группе ВКонтакте, где жители города могли голосовать за понравившиеся работы. Для награждения победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе на сцену приглашается главный бухгалтер компании «Геликон» Евгения Анатольевна Тюрганова. Здравствуйте! Этот год был знаменателен для нас всех тем, что мы отпраздновали 70-летие победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, идут годы, и участников войны становится все меньше и меньше. Компания «Геликон» очень желает, чтобы память о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов оставалась в нашей памяти и служила примером для подрастающих поколений. Конкурс детского рисунка, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, был организован компанией «Геликон» совместно с администрацией города Бийска для того, чтобы мы не забыли эти подвиги. Участвовало очень много ребятишек, и сейчас мы переходим к награждению. Возрастная группа 4-5 лет. Третье место. Лиза Однашивкина. Детский сад номер 82. Второе место. Егор Дорофеев. Детский сад номер 65. Бурные аплодисменты. Попова Соня. Детский сад номер 69. Первое место. Возрастная группа 6-7 лет. Второе место. Виктория Мошкина. Детский сад номер 85. Бурные аплодисменты. Первое место. Тимофей Бойко. Гимназия номер 2. Первый класс. Группа 8-9 лет. Первое место. Кравцова Анастасия. Бийский лицей. Третий класс. Возрастная группа 10-11 лет. Третье место. Светлана Сафронова. Гимназия номер 11. Второе место. Антон Умаров. Детский дом номер 4. Первое место. Инна Чухненко. Детская школа искусств. Возрастная группа 12-14 лет. Третье место. Алена Архипова. Гимназия номер 11. Второе место. Валерия Емельянова. Гимназия номер 11. Первое место. Алена Ануфриева. Детская школа искусств. Ну и дипломы за интересные работы. Екатерина Абрамова, детский дом «Надежда». Дереглазов Роман, детский дом «Надежда». Косицын Игорь, детский дом номер 4. Бычкова Дарья, Краевой реабилитационный центр «Родник». Вайгант Алина,
Краевой реабилитационный центр «Родник». Ну что ж, еще раз всем самые-самые бурные аплодисменты. Давайте окунем их в овациями. Это наше будущее, это наша молодежь. Спасибо вам, ребята, и ждем вас на следующих конкурсах.